Всем доброе утро, ребята. Сегодня мы покушаем пюре у нас, да. Мясо также само пожарил на сковородке здесь. Куриное филе. Вот. Также соус на бутерброды, на хлеб. И кофеечек. Аджики добавил. И затронем сегодня интересную тему. Точнее, вопрос один. Одна из подписчиц написала. Я хотел бы, чтобы мы вместе порассуждали. Ну, для начала всем приятного аппетита. Вы на канале Mukbang and Life. Mukbang и жизнь. Кто не подписан на канал, всех жду. И всем приятно. Я мясо добавил сюда, когда жарил приправы. Поэтому, когда она, мясо уже поджарилось, я его и так, перед тем, я кусочками нарезал мясо, я соли добавил, приправы. А потом уже, когда мясо уже почти было готово, я еще раз добавил приправы. Соус прикольный. Вот. И такой вопрос был затронутый. Дима, как бы ты поступил? Вот, например, ты до свадьбы. Вот, например, я женатый, да? Я до свадьбы. У меня была своя квартира. И мы жили с женой, да? Потом решили развестись. Ну, у нас ребенок, естественно. Как бы ты поступил, делил бы квартиру пополам или нет? Что вы думаете по данному поводу? Как бы вы сделали? Я считаю, что не пополам. В смысле пополам. Все то же самое, что я должен делить пополам, если оно приобретено мною до брака, да? Все то же самое, что я женился на женщине, которой уже готовый сделанный бизнес до того, как со мной она познакомилась и начала жить, да? И тут мы разводимся, я говорю, давай дели бизнес пополам. Мы вместе жили, да? Я считаю, делить вместе надо то, что вместе в браке приобретено. Мое такое мнение. Понятно, что для дитини теж треба допомагати, оставити там щось, але це зовсім віддільне. Якщо у вас совмісний ребенок. Ваші мислі, ребята, по цьому поводу. Що думаєте? И пишите. В аджике, правда, много чесночка, но мне никуда идти не надо, ни с кем целоваться тоже, поэтому не страшно, да? Кого какие вопросы интересуют, пишите в комментариях под роликом, а мы в следующем ролике сможем вместе рассмотреть и узнать мнение. Как и мое, так и мнение других людей. Такой легенький завтрак, да?
Я за кофе забылся. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишите комментарии. Но и не забываем то любая ваша активность на этом канале — это поддержка для меня. Всем пока, увидимся.